Всем привет! Вы на канале «Гости к Жанне и Сергею». Наша рубрика. А у нас появилась чучело-мяучело. Кошка 3 дня назад на порог притащила вот такой вот. Мы его сегодня притащили. Решили приучать к дому чучело-мяучело. Да, вот такая вот красавица девочка. Кличку еще думаем. Вот она у нас мамка. Черная мартыш. Мартыша. Мартышка. Да, вот такая у нас мартышечка, девочка. Давай поглажу, давай. Вот. А котенка привела. Вот такого вот хорошего. Чучело-мяучело, да, ну из мультика прямо мне напоминает, мультяшечный такой. Ну, у нас получается черную мамку, а лохматый у соседей домашние коты, и они у нас вот такие вот лохматые, видите, мама у нас такого голубого цвета, вот, а котенок вот такой. Лохматый ты, батюшки, около мамки. Еще боится очень света, жил на чердаке, видимо. Холодать начало. Вот, и она его притащила на порог. Бегали мы сегодня, бегали. 2 часа с соседкой мы его ловили. Ну, в общем-то, я решила сегодня схитрить. Думаю, раз на порог привела... Открыла я в холодном коридоре дверку. Вот, думаю, она его заведет. А Сергей придет, за сеном ходил. Ну, и так и получилось. Сережа занес его в дом. Ну, куда его теперь девать? Такого вот. Так что, вот такую вот красотку. Чучело-мяучело. Ну, хорош. Ты, батюшки. Ладно. Мы его причешем, пару дней пусть побудет, потом проглистуем. Вот. Вот, с мамкой играет. И все будет у нас замечательно. Так что, друзья, вот такая вот у нас красота появилась. Ребятенок. Мы еще, правда, сами не знаем. Уж дюжи он лохматый. Девочка это или мальчик. Но похож он из мультяшки. Калюсий, калюсий такой. Да, мартышка. Ты моя мартышка? Мартышечка. Так, ладно. В общем, приучаем к рукам. Так что вот такой у нас ноу-хау. Мы даже не знали, что она у нас беременная. Ну что, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.